Заместитель председателя Объединенного совета обучающихся, организатор всех институтских мероприятий, победитель конкурса «Молодость Сарова», активистка. Все это про Александру Ситникову. Девушка закончила магистратуру с РФТИ по направлению «Конструкторское обеспечение машиностроительных производств». На торжественном вечере в честь вручения дипломов магистрам с РФТИ Александру Ситникову наградили медалью за особые успехи в общественной деятельности. Я вела очень активный образ жизни. Я была заместителем председателя Объединенного совета обучающихся четыре года получается. Вот, то есть общественная жизнь меня вообще с головой накрыла, мне было очень весело, мы организовывали мероприятия. Я благодарна институту за это время, что я отучилась здесь за эти 6 лет. Я провела здесь их с удовольствием. Здесь очень классный преподаватель, классный руководитель института. Также на сцене Дворца культуры лучшие магистры получили медали за успехи в научной деятельности, в учебе и спорте. Теплые слова выпускникам физико-технического института сказали преподаватели и руководители вуза. Ректор НИИ Владимир Шевченко поздравил студентов по видеообращению. Для виновников торжества и гостей мероприятия коллектив «Задоринки» подготовил танцевальную концертную программу. Получая диплом ведущего высокотехнологического университета легендарного МИФИ, вы попадаете и вписываете свои имена в большую распределенную семью мифистов, которых всегда отличали не только крепкие знания, но и крепкая гражданская позиция и умение работать в команде. На вас смотрит вся страна. От вас, от вашего труда, от вашей деятельности, от ваших успехов, от вашего энтузиазма зависит, на самом деле, зависит будущее нашей большой Родины. Я желаю вам успехов в труде, успехов во всех ваших начинаниях. И несите вперед гордо звание выпускника Саровского физтеха. С РФТИ НИАУМИФИ, базовый вуз в НИЭФА. Уже 70 лет институт готовит для ядерного центра высококвалифицированных специалистов. С РФТИ работают 10 базовых кафедр, созданных совместно с ВНИЭФ. Начиная с третьего курса, выпускники проходили производственную практику на градообразующем предприятии, выполняли научно-исследовательские работы, дипломы бакалавров и магистерские диссертации по актуальным тематикам ядерного центра. Позади у магистров напряженная учеба, бессонные ночи, подготовка к экзаменам. Но многие студенты сохранили свои лучшие воспоминания о времени учебы в Саровском институте. Очень интересно проходят кулибинские чтения, в которых тоже принимал участие, и разного уровня научные мероприятия, скажем так. Лекции. Антон Сергеевич Ульянов лекции читал, тоже интересно было пойти посмотреть. Вот. В принципе, разнообразна достаточно жизнь у саровского студента. Все магистранты Саровского физтеха прошли профессиональную переподготовку по программе «Информационные технологии ядерно-оружейного комплекса» и дополнительно к основному диплому получили дипломы о профессиональной переподготовке. После торжественного мероприятия выпускников с РФТИ ждал праздничный фуршет. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.